Танцуют все, от баранов до людей. Все смешалось на ярмарке. По дорожке бродит динозавр. В упряжке детей катает олень. А питомец Андрея Лисичкина с биографией почти королевский. Торий на своем собачьем веку уже не раз выигрывал награды. Вот и сегодня красуется на выставке. Дома, в семье, очень общительная. Ну, в принципе, вот вы представляете, пришли с работы или после тяжелого какого-то дня, а дома вас ждет животное, которое вам радуется. Любителям рогатых, мохнатых и парнокопытных было на кого посмотреть. И получше узнать звериные нравы. Праздник не просто так называется в мире животных. Общаться с животными здесь можно, например, это енот Соня, знакомьтесь. Она по характеру хулиганка, но при этом очень ласковая. Правда, с ней, как говорят хозяева, надо быть всегда на страже. Замерзнуть не получится. Веселые игры и горячий чай согрели гостей. Елочку наряжали. Красиво получилось, всем понравилось. Вот в подарок лотерейный билет и конфеты дали. Покушали бесплатно, покатались, концерт посмотрели, настроение хорошее. Но самый главный приз праздничной лотереи – сертификат на жеребенка. Победителю за ним придется отправиться в Дрожжиновский район республики. Деревню отвезу родителям. Пусть ухаживает, пусть растет. Подарки достались и ветеринарной службе Татарстана. Успехи сельского хозяйства агропромышленного комплекса республики достойные. Более 5% рост. Благодарю вас за вашу работу. Успехов. И чтобы машины вас довозили туда, где нужна ваша помощь. 25 новых машин разъедутся по всей республике. Асу Гусманова, Айрат Мухамедзянов, телеканал «Эфир».